Однажды, хмурым осенним утром, мне прислали из России такой стишок. В избе неопрятно, на улице грязно, подохли в пруду караси. И бабы сдурели, желают оргазма. Да где ж его взять на Руси? Вот такой вот крик души. И я подумал, что проблема эта глобальная, можно сказать, даже геополитическая, выходящая далеко за пределы Российской Федерации. И поэтому у меня напросился такой ответ. Еноты гуляют, и гуси летают. Осталось чуть-чуть до зимы. В Канаде неебаных тоже хватает. Над этим работаем мы.